170 уже привезли трупов, там погибших, внутри, около 400 человек, 355, это МЧС передает. Да, МЧС, Возняков, значит, у нас больше 300, 200. Больше 300 трупов, что ли? Да. Да вы что? Подожди, меня предупреждали, что там 60, 60, 70. Блина, родственники подавали людей. В списках 64 человека. Мы поехали дальше. Была информация, что трупов повезли в Владокомбинат. Как бы ужасно это ни звучало. Ничего, кроме пищевых продуктов, мы там не видели. Более того, мы посмотрели все фуры. Ребята, просто подумайте, если пропало 100 трупов, то где те люди, которые их ищут? Тут обратите внимание на этого парня. Подходит, где детский батут. Что-то из сумки достает и бросает. Я вполне себе живой. Люди, остановитесь, не распространяйте фейки. Я наглядный пример того, как во время ужасной трагедии легко распространить дезинформацию.